середине 50-х годов в США создали высотный самолет-разведчик У-2. Основным его заказчиком было ЦРУ. Свои разведывательные миссии машина выполняла на высотах свыше 20 километров. В течение 4 лет самолеты У-2 безнаказанно вторгались в воздушное пространство Советского Союза. Производилась фотосъемка военных аэродромов, стартовых позиций ракет, засекалась работа радиолокационных станций. До определенного момента советские средства ПВО не могли дать нарушителям достойного ответа. Ситуация изменилась с принятием на вооружение зенитного ракетного комплекса С-75. В Советском Союзе активные работы по созданию управляемого зенитного оружия развернулись в начале 50-х годов. Первым зенитным ракетным комплексом, принятым на вооружение, стал С-25 «Беркут». Систему разработали для противовоздушной обороны Москвы. Первые полки заступили на дежурство в 55-м году. С-25 являлся комплексом стационарного базирования и мог поражать цели только в узком секторе. Поэтому стартовые позиции опоясывали столицу 2 кольцами с радиусом 50 и 90 километров. Тем самым создавалось сплошное поле поражения. Всего в системе ПВО Москвы находилось свыше 3000 зенитных ракет. Следующим на вооружение готовились принять зенитный ракетный комплекс «Даль». Он должен был стать существенным шагом вперед. Комплекс позволял вести круговой обстрел, то есть от кольцевого построения элементов системы планировалось перейти к центральному, что давало определенные преимущества. Помимо этого, существенно возрастали рубежи перехвата целей. Предполагалось, что эти дальнобойные системы будут размещаться по периметру территории всей страны. Но после нескольких лет испытаний работы прекратили. На тот момент система оказалась слишком сложной для отечественной промышленности. В первой половине 50-х годов Министерство обороны выдвинуло новые требования к зенитным ракетным комплексам. В соответствии с ними, в мирное время ЗРК должны были находиться на основных позициях. В угрожаемый период перемещаться на заранее подготовленные скрытые боевые позиции. Этим требованиям могли соответствовать только комплексы, выполненные в передвижном варианте. Таковым и стал зенитно-ракетный комплекс С-75. Головным разработчиком комплекса являлось конструкторское бюро №1 под руководством Александра Расплетина. Для этого там организовали специальную лабораторию, которую возглавил Борис Бункин. Ракету спроектировали в ОКБ-2, главный конструктор Петр Грушин. Первые комплексы приняли на вооружение в декабре 1957 года, а всего насчитывается свыше десятка различных модификаций. Зенитный ракетный комплекс С-75 образца 1959 года. Зенитная управляемая ракета В-750ВН. Максимальная дальность поражаемых целей – 34 километра. Минимальная высота поражения – 500 метров. Максимальная высота поражения – 27 километров. Максимальная скорость поражаемых целей – 1500 километров в час. Вероятность поражения цели одной ракетой – 0,65. Ракеты комплекса С-75 стартовали с наклонной пусковой установки. При наведении она поворачивалась в направлении на цель. Максимальный угол пуска ракет составлял 75 градусов. Установки буксировались гусеничными тягачами. Для перевозки ракет и заряжания пусковой установки использовались транспортно-заряжающие машины. Они были сделаны на базе специального полуприцепа. В качестве тягачей применялись грузовые автомобили. Перезаряжание занимало считанные минуты.
Гораздо большее время требовалось на развертывание всего комплекса, который включал в себя также станцию наведения ракет. Процедура занимала до 7 часов. Позднее, когда комплекс наведения усовершенствовали, время сократилось почти втрое. Цели обнаруживались радиолокатором кругового обзора. После этого цели указания поступали на станцию наведения ракет. Станция разворачивалась в сторону цели, и туда же теперь были направлены ракеты. Обнаружив цель, оператор наведения производил ее захват и брал на сопровождение. С этого момента непрерывно определялись высота полета, дальность и скорость движения цели. После принятия решения на уничтожение производился пуск ракеты. Ракета комплекса С-75 была двухступенчатой. Первая ступень представляла собой твердотопливный стартовый двигатель. Он работал на начальном этапе траектории в течение 3 секунд, после чего отделялся. Вторая ступень включала в себя блок и агрегаты управления, боевую часть и жидкостный ракетный двигатель. После старта ракета захватывалась радиолокатором наведения и по радиокомандам с него автоматически наводилась на цель. Подрыв производился с помощью радиовзрывателя за несколько десятков метров до цели, что увеличивало зону поражения. С-75 вошел в историю как первый зенитный ракетный комплекс, на счету которого было поражение не только условных целей, но и реальных самолетов противника. Впервые это произошло в Китае, куда комплекс С-75 поставлялся на экспорт. В октябре 59-го был сбит разведчик РБ-57, самолет американского производства, который стоял на вооружении ВВС Тайваня. Но куда более громкий и знаковый случай произошел годом позже. На 1 мая 60-го года был запланирован очередной полет американского разведчика У-2 над территорией Советского Союза. Пилотировал машину Фрэнсис Гэри Пауэрс. Границу СССР самолет пересек в 5:30 утра по московскому времени. Как и прежде, нарушители засекли сразу. В воздух подняли истребители-перехватчики, но достать У-2 на большой высоте они не могли. Все опять шло к тому, что незваный гость выполнит свою миссию и безнаказанно покинет воздушное пространство Советского Союза. Однако на этот раз привычный сценарий был нарушен. Спустя 3.5 часа после пересечения советской границы самолет Гэри Пауэрса сбили зенитной ракетой комплекса С-75. Произошло это недалеко от Свердловска, ныне Екатеринбург. После этого случая полеты разведчиков У-2 на территории Советского Союза прекратились. Особое место в истории комплекса С-75 занимает война во Вьетнаме. Это была первая война, где широко использовались зенитные ракетные комплексы. С-75 стояли на вооружении Северного Вьетнама. Первые полки были развернуты летом 65-го года. Их целью стало отражение налетов американской авиации. Поначалу положение для противника было катастрофическим. Практически каждая выпущенная ракета достигала цели. Чтобы исправить ситуацию, военно-воздушные силы США стали применять самолеты радиоэлектронного противодействия. Они затрудняли работу станций наведения зенитных комплексов. Помимо этого использовались специальные версии истребителей F-4 и F-105, которые вооружались ракетами «Шрайк» и «Стандарт». Их целью были также станции наведения. Это несколько исправило ситуацию. Но все равно потери военной авиации США были немалыми. По данным Министерства обороны Советского Союза, за годы Вьетнамской войны комплексы С-75 сбили свыше 1000 самолетов противника. Среди них 54 стратегических бомбардировщика Б-52. В процессе эксплуатации комплекс непрерывно модернизировался. Так верхняя граница поражения увеличилась до 30 километров, а нижняя уменьшилась до 100 метров. Дальность поражения составила 76 километров.
Последние модификации были способны уничтожать цели, имеющие скорость 3700 км в час, то есть больше трех скоростей звука. Различные модификации комплекса поставлялись более чем в 40 стран. Они принимали участие в различных локальных конфликтах и показали себя с самой лучшей стороны. Комплекс С-75 сыграл исключительно важную роль в развитии войск противовоздушной обороны страны и долгое время оставался на вооружении отечественной ПВО.